Итак, друзья, всем привет, это снова Александр беспокоит, сегодня у нас выходной день, почти конец марта, скоро лето, вот, итак, сегодня у нас суббота, поеду сейчас за ребеночком, за своим, заберу ее, Полину. Возможно, пойдем сходим куда-нибудь в интересное место. Думаю, может, или в какие-то музеи, или там пойдем на выставку, там шоколада проходит сейчас у нас, там ТРЦ Европа. Так что я думаю, что, смотря вот это видео, вы уже знаете, куда я пойду и что будем делать. Так что, ребятушки, я поеду. Всем успехов и удачи. Так, друзья, вот мы приехали в ТРЦ Европа. Тут у нас проходит выставка музея шоколада. Шоколандия. Вот. Впервые приехали в Минск они и в ТРЦ Европе находятся. Тут у нас представляются шоколадные Папа, экспонаты. А мы пойдем еще какой-то музей. Дай пойдем в музей, где много игрушек. Угу. Пойдем туда. Тут можно увидеть какао-бобы, оформить 3D фигуру на мастер-классе. Что у нас будет, посмотрим. Вот, так что пойдем посмотрим. Не ломай, Полинка, дверьки, сейчас мы выходим уже. Так что мы пойдем, смотрите, как что мы будем делать. Ну только быстрее. Ну конечно, безопасно. На дороге можно машины. И где мы пойдем на машине? Подожди. Пойдет маленький садик. Да. А потом поголовочек. Повзрослела? Да, повзрослела. Еще у меня вот столько лет. Да? Идем. Пошли, вот, смотри, вот она. Вот, ну мы сюда пойдем. Вот. Я видела значение. В общем, мы поднимаемся наверх. На втором этаже тут выставка. Сейчас пойдем будем смотреть, оплатим билет. А куда ты? Вот. Пойдем. Но... Пойдем тогда. Можно билет у вас купить? Там ближайшие на 15:00, через 20 минут. А, то есть у вас по времени, да? Да. Экскурсия, да? А сколько с ребенком будет? Сколько по времени идет? Нет, денег сколько на детей слышно. Дети до 5 лет. Примерно, но... Дорого. Посмотрите, вот
Башня весит 25 килограмм. Там я тебе дам потрогать другой шоколад, и ты поймешь, что это шоколада. А вот здесь, смотрите, есть у нас картины и яйца тоже. Вот на такую картину уходит от 1 до 2 недель, чтобы сделать картину из шоколада. То есть это достаточно трудоемкий труд. То есть иногда нужно подобрать краски, нужно правильно цвета подобрать. Вот это не похоже. Правильно хранить. Шоколадное. Шоколадное яйцо. Скоро Пасха, да? Вот такое бы шоколадное яйцо маме принесли. Вот да? Это не похоже. Не похоже, ну видишь? Оно похоже на картину, на настоящую, правильно? Но для этого... И вот это. А знаете, как называются мастера, которые делают такие поделки хорошие шоколады? Вот мы потом в фильме посмотрим, они называются шоколадье. То есть ты, наверное, тоже будешь станешь таким мастером. И что, когда ты пройдешь по выставке, захочешь, тоже будешь мастером, который делает фигурки шоколадные. Более маленьким ребятам, да, а больше более старшим ребятам, которые попадают в фигурки белоплатья. Вот что же сделано из белого шоколада? Она очень тяжелая, просто, если вы на это планете, вы видите, насколько она здесь холодная. Тоже вы нужно, естественно, представляете, как аккуратно переводить, хранить, чтобы оно не потекло, да, чтобы оно не поломалось. И есть у нас такие туфельки на Золушек, сумочки, и все это тоже сделано из шоколада. Это не похоже. Тоже не похоже. Обязательно, действительно, шоколад. Срок хранения такого шоколада теоретически до 5 лет, но если оно очень как бы правильно хранится, да, и они на экспозиции стоят, и на экспозиции обычно 2-3 года максимум, потом оно уже идет или в переработку, или даже в утилище, да. Для мам, фрукты, овощи, для детей планета, которые можно посмотреть. Даже настоящие трещи, кажется, как будто она потекла, да? Но это тоже шоколад. Можете подойти сюда, я вам покажу овощи и фрукты. Я даже могу дать потрогать. Вот это бананчик. Кто хочет, может подойти и потрогать. Да, вот видите, вот тут шоколадное. Видите, не настоящее, а шоколадное. Сейчас я вам еще покажу. Потрогать хочешь? Смотрите, вот у нас тут приходили и разломали. Кто-то невнимательно про правила слушал, видите, и разломал. Видите, что видно шоколад, да? Еще могу дать потрогать. Так, давай мы сюда садим. Давай. Давайте смотрите, что может быть немножечко там. Ну и давай сюда сядем. Будем дегустировать шоколад. Мы живем с тобой. А будем с Аней кушать, да? Я хочу густировать сама. Так мне не помогает. Я хочу. Давай одеть. Одеть мне. Не надо трудиться. Ты оделась? Как шоколадье? И папа одел. Что-то, да? И шапочку, я не маленький. Три. Тут написано. Смотрим. Первое. Потом трогаем. Слушаем.
вдыхаем, пробуем и запоминаем. Первый у нас идет ванильный шоколад. У вас один, да? Да, да. Супер. Итак, мы начнем пробовать ванильного шоколада. Подожди, с первого надо начинать. С этого. По одной надо. Стой. Надо сначала понюхать. Смотрим сначала. Подожди, положи. Смотрим. Потом трогаем. Давай. Сейчас нам будут говорить. Блин. Ну а если кто уже попробовал и кто-то, у кого-то слюнки текут, то может уже идти на второй шоколадик. Это клубничка. Попробуй клубничку. Пополам. Я вижу, что ты уже все скушал, но не все. Потому что следующий, ты правильно остановилась? Следующий у нас шоколад будет молочный. Молочный. Тот шоколад, который обычно больше всего любит, да? Молочный. Молодая девушка у нас. Помнишь, ты хотела попробовать зеленый? Попробовала? Ну и как? Не очень? Не понравился, да? Ну вот тогда в следующий раз ты будешь точно знать, что зеленый ты не любишь. Да, какой-то тебе понравился? Какой понравился? Молочный? Молочный. Молочный. Все, значит, кто папа будет покупать теперь молочный только шоколад тебе, да? Ну и что, остался у нас последний. Горький шоколад. Что ты будешь делать? Раскрашивать. Можно разукрашивать, да? Да, можно разукрашивать. Да, но это не разукрашивать. Ну, вы помните, где как родится шоколад? В холодильнике, да? Потому что шоколад – это шоколад, а все остальное просто не так. Еще в 1900 году до нашей эры земли Мезоамерики научились обрабатывать какао травами. Сначала в процессе какао маки. В самых ранних его знаниях написано, что для его приготовления зерна перемалывали вместе с кукурузной мукой и перцем чили. Напиток не подслащали и пили холодным. Несмотря на ключ, мезоамериканцы считали какао напитком богов и пили его в древнекраевских пишествах после богов сражения или во время ритуалов. А еще использовали местный день. Итак, давайте попробуем того, что же можно было купить за деньги, как раз вы. Как вы считаете, что можно было купить вариант, когда здесь чудо там, к ней его еще одежду, пожалуйста, животное? Корову. Корову. Собаку, корову. Вот этот зелененький? Нет. Не-а. Ну еще. Вот это, смотрите, смотрите. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Черный, черный. Черный, вот этот? Да. Шоколад. Скорее, вот этот вот. Шоколад. Вот этот вот. Шоколад. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Шоколад. Вот этот. Ну наконец-то. Что там звенит? Какао-бобы. Просто он высох, да, поэтому они так звенят. Вот какао-бобы, смотрите. Я вам даже дам посмотреть, только вы аккуратно, чтобы они не рассыпались, хорошо? А можно, можно потрогать. Я говорила, что я вам дам даже трогать, что можно.
человек правильный, люди, что могут поломать, осмотреть. Да. Поэтому вот это действительно настоящий шоколад. Это шоколадный гири, а это настоящий гири. Смотрите, а вот посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Ну что, тебе, Полин, понравилось? Да. Что самое больше? Больше, что смотреть. Да. В общем, друзья, мы сходили на выставку. Вроде как все хорошо, понравилось. Я все отлично. Сам шоколад. Вот. Уже будем одеваться. Пойдем, в общем, поедем домой. Все, всем пока, всем успехов. Увидимся в новых видео. Пока.